Духи по знаку зодиака. Телец, близнецы. В выборе аромата с тельцом солидарны близнецы, также отдающие предпочтение легким и свежим сладковатым ароматам. Но с близнецами можно экспериментировать, они любят все новое. Рак. Раки любят более спокойные ароматы, причем им импонирует не только классика, но и свежие ароматы с фруктовым компонентом. Хорошим подарком для рака станет флакон духов с ароматом жасмина или кактуса, а также классические цветочные композиции. Лев. Страстная натура льва требует более насыщенных ароматов, хотя он и тяготится к той же классической цветочной композиции, но предпочитает сложные запоминающиеся запахи. Поэтому стоит удивить льва композицией на древесной основе в сочетании со свежим запахом нарцисса, базилика или пачули. Дева. Девы же, напротив, не любят выделяться и выбирают холодные, но терпкие ароматы. Духи на основе можжевельника, чайного дерева или эсопа в строгой геометрической упаковке станут настоящим подарком для представителей этого знака. Весы. Предпочитают сладкие запахи с теплыми нотками, например, на основе табака с легкими вкраплениями розы и фрезии. Не чужды весам и новинки парфюмерного рынка, поэтому им можно смело преподнести экзотические новинки со сладкими и фруктовыми ароматами. Скорпион. Скорпионы для себя выбирают сложные ароматы с многоступенчатой системой раскрытия. Поэтому при всей любви к легким и тонким запахам, ни один скорпион не сможет устоять перед тем, что сочетает в себе цитрусовые верхние ноты и восточные, нижние. Стрелец, Козерог. Стрельца привлекает оригинальные ароматы, поэтому ему можно преподнести практически все, от свежих ароматов до резковатых запахов экзотических цветов и фруктов. Козерогов, в свою очередь, манят терпкие запахи на основе мха и лечебных трав с добавлением цветочных акцентов. Водолей, рыбы. Водолеи выбирают свежие морские запахи с легкими нотками цитрусовых, которые одновременно успокаивают и стимулируют представителей этого знака. Рыбы в некотором смысле солидарны с водолеями и также выбирают для себя мягкие ненавязчивые ароматы, правда, в цветочной гамме. Ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы первому получать уведомления на новые полезные видео.